Ну что, друзья, здравствуйте. Наконец-то я купил джип. Настоящий, шестицилиндровый, 4 литра. Вытянет все, что угодно. Джип, порадуйтесь за меня. И это не просто джип. Это джип бронированный. Капот фиг поднимешь. В общем, это машина для наших ребят. Даже вот пули непробиваемые, даже решетка радиатора, сюда пуля не сможет попасть, радиатор поранить не сможет. Здесь вот, если видите, отсюда стреляют по врагам, по нашим, и также по бокам такие же бойницы стоят. Это, во-первых, здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. И за эти два года уже я потратил все свои накопления, это порядка уже больше 10 миллионов рублей, для того, чтобы помогать нашим ребятам, бойцам, давайте пройдемся, нашим бойцам в будни СВО. Наши мастера идут добровольцами, служат, и они говорят мне о том, что им нужно. Вот мы сейчас отогнали им броневичок, УАЗик, наверное, видели, а это следующий броневичок, это уже американский джип. Американский в смысле о том, чтобы они, натовцы, подумали, что это их машина, глядишь, лишний раз не тронут. А наши и так будут знать, что это наша машина, она там примелькается очень быстро. Здесь все приборы, все рабочее. Мы его доводим до идеального сейчас состояния, ремонтируем своими силами. Закупили все необходимое. Вот еще бойница. Здесь все бронированное настолько, что просто ого-го. Машина весит больше 3 тонн. То есть она легко, грузовик из болота, из грязи вытащит. Это вот запчасти мы покупаем здесь, чтобы все. Здесь вот, заметьте, все это железное, это не пластиковое, это все железо настоящее. Джип рамный, вместительный, очень проходимый. Ну, проходимый не то слово, колеса отличные. Здесь сейчас мы будем наваривать решетку специальную, чтобы сверху никто ничего не сбросил. Но здесь броня такая, что... Но в любом случае все равно решетка, потому что что-то перевести надо, что-то увезти. Но эта машина стоит 1 000 000 рублей, чтобы вы понимали. Сейчас мы в нее вложимся еще. Конечно, она не новая, это джип настоящий, рамный, сейчас уже рамные не делаются. Все это стало возможным благодаря вам, благодаря вашим заказам, благодаря тому, что вы делаете заказы у нас на ремонте, на ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров, пылесосов. А кто-то даже мне скидывает денежку, пусть даже в основном там небольшие суммы, по 10 рублей. Но я очень благодарен. Важно, не важно, сколько вы сбрасываете, важно, что вы принимаете участие, посильное участие в общем большом деле, в помощи нашим ребятам, которым она очень необходима. Я им отвез уже и бронежилеты, и пуленепробиваемые каски, и сейчас Булаты отвожу. Это Булат, это антидрон. То есть он такой купол, 1,5 километра, и он видит, когда летит дрон. Дальше я отвез ребятам специальные плащи, и тепловизор не видит их. То есть это спасает нашим ребятам жизни. Все, что я покупаю, это спасает ребятам жизни. Поэтому спасибо, что вы, пусть даже по 10 рублей, присылаете денежку, делаете, но главное, делаете у нас заказы. Благодаря вам только становится возможно вот эта вот помощь. Вот тут, да, здесь покажем тоже. Ну, джип настоящий, классический, без всяких наворотов, двигатель чугунный. Пройдет еще сколько нужно, столько и пройдет. Бензин потребляет самый дешевый. По расходу топлива он такой же, как и УАЗик. Вот, поэтому здесь мощность. Я говорю, эта машина запросто грузовик вытянет из любой грязи. Прицепить к нему можно все, что угодно, и вытянет все, что угодно. Но наша главная задача, чтобы он возил раненых, как и тот броневичок, он возит раненых. И это с передовой, с передка. Возить раненых, для того, чтобы наши мужики, парни возвращались к своим семьям, к своим женам, детям, ну и к работе. Потом, я сразу всем сказал, что бы с вами ни случилось, я вас всех возьму на работу, всем придумаю, найду работу. Поэтому я горжусь тем, что мне вот удалось еще купить такую машину. Здесь будут стоять РЭБы, мы поставим РЭБы. РЭБы такие вот, как вам объяснить, такие, условно говоря, ведра. Я думаю, одного достаточно здесь будет, это не грузовик, которые глушат дроны. То есть сейчас самая главная опасность – это дроны. Дрон летит, в машину врезается, все такое прочее. Здесь будет стоять рэп, машина, дрон летит, и он просто теряет ориентацию, и просто садится, и все. И он не врезается. Это специальное такое ведерко небольшое ставится,
тоже здесь это будет стоять такая штука, поэтому все раненые доедут. Здесь специальные стекла, вот надо показать, двойные, то есть они вынесены, то есть если кумулятивный заряд идет, то он не будет у него иметь такое поражение, ну не говоря о том, что это броня, пули, осколки здесь не страшны, это все броня, стекла бронированные тоже, то есть все бронированное полностью, причем если кто-то в машинах разбирается, он знает, что у этого джипа толщина металла толще, чем у ГАЗ-21 у Волги. То есть изначально это джип настоящий. Ну и плюс еще броня, капсула, можно показать. Давайте покажем эту капсулу. Здесь это лучше видно. То есть вот эта вот капсула идет вот тут вот. То есть по всему периметру идет вот эта вот железная штука. Помимо того, что джип сам имеет, я не знаю, там толщина какая-то большая, там, не знаю, сколько, 3 миллиметра, наверное, толщина у этого. Да, побольше. Даже больше, да. Плюс вот эта вот капсула металлическая здесь, я не знаю, толщина металла, я не знаю, как бы не сантиметр. Эта машина возила директора банка, который чего-то боялся. Вот. И плюс она здесь, он сидел сзади, здесь стояли ребята с автоматами. И вот они были в, как это сказать, в конвое, когда КАМАЗ с деньгами ездил между городами. Это был конвой. Ну и плюс директор банка всегда ездил на этой машине, чтобы чувствовать себя в полнейшей безопасности. Теперь в полнейшей безопасности будут наши ребята, будут раненые, которые будут успевать довозить. Очень важно раненых быстро приехать и привезти до ближайшего врача, до ближайшего госпиталя. Это, там речь идет на минуты. И эта машина проедет везде, и по болоту, и по грязи. Здесь будут, сейчас мы поставим, это будет запаска. Как всегда, мы сверху их положим, эти колеса. А здесь будут новые, прям хорошие, непроходимые. Та резина, которую мы ставили на УАЗик, на тот броневичок, она показала себя очень хорошо. То есть сразу еще не застрял, полный привод, все как положено. Можно там сзади показать. Да, все как положено. Ну и тут броня так вот, чтобы на подъемнике не поднимать, чтобы вы понимали, вот это вот, я не знаю, что это за металл, но вот прям металл-металл. 3 миллиметра, может быть, есть. Чувствуется моща. Видите, он рессорный. Машина вечная. Так что, друзья, спасибо вам за помощь, что присылаете денежку, что делаете у нас заказы. Сейчас ребята написали список, нужны очень рации с шумоподавлением, настоящие военные рации. Мы их сейчас закупаем тоже. И вот наша задача набить этот наш джипик, набить полностью всем необходимым то, что ребятам нужно, и отправить его на фронт. Вот это вот мы сейчас и сделаем. Вместе с вами. Присылайте по 10 рублей. Я сейчас понимаю, тяжелое время. Мне обычно так присылают. И чтобы главное почувствовать ваше участие. И потом детям расскажете, что вы помогали фронту. Это очень важно. Он захлопнулся уже. Здесь все общевойсковое. Тут немножко, конечно, грязька. Сейчас мы ее чиним. Но здесь все приборы рабочие. Здесь все как положено. Полный привод. Надо еще навостриться, этим всем пользоваться. Здесь мы магнитолу сейчас ставим. Здесь, конечно, видно, мужики ездили. Но мы это сейчас приведем в хороший вид, чтобы было приятно пользоваться. Все, спасибо, друзья. Победа будет за нами. Враг не пройдет.